Вот все, что касается Васильева, я думаю, у любого человека возникает вопрос. Мы боремся с коррупцией и пытаемся, президент нас куда-то ведет. Но то, что сделали с Васильевой, я считаю, что это преступление вообще перед своим народом. Получается, что надо воровать миллиарды, и тогда ты будешь оправдан. А какого-нибудь бабушке кто-то привез дрова там за 5 тысяч, я знаю, что был такой случай, да, там за 5 тысяч, человека посадили. А кто-то украл там, потому что нечего есть там в магазине хлеб, его тоже посадили, заняли чью-то территорию, сажали. А когда в стране воруют миллиарды, мне вообще хочется обратиться к нам, к нашему правосудию, вот своему народу в глаза не стыдно смотреть, вот мне стыдно за наше правосудие, за то, что так выносится, и создается такое впечатление, вот не только мое, я очень много общалась с людьми, а столько всего услышала. Мне кажется, мы плюнули в лицо своему народу. Это мое мнение, и мне кажется, его надо учитывать, иначе очень грустно дальше будет.